Добрый день, пацаны и девчонки. С вами Рыбачок 36. Сегодня выбрался на перекат половить на воблера. Сейчас где-то часов 6 дня. Поставил поинтер в натурале. Пока попробую на равномерку. Сейчас время выхода жереха, головля, щуки. Попробуем покидать воблера, посмотреть, будет ли какая-то реакция. Будет что-нибудь клевать или нет. Жара продолжается, небольшие дождики сбили основную жару, но все равно 28-30 градусов держится. Вот такой Lucky Craft Pointer. В натурале. Одна проводка равномерка уже была. Сейчас кинем его туда, под берег. И попробуем немножко потвичить с разными усилиями. И одну проводку сделаю из мели на глубину. Затем поменяю воблер. Нет, меняем. Снимаем поинтер. Сейчас что-нибудь поставим другое. Попробуем Lucky Craft Pointer немножко другой, 97-й. Вот такой расцветки, тоже натуралка. По крупным воблерам. Начнем с мели. Под вечер щука на мель выходит, все равно питаться. Будем надеяться. Что хоть кто-нибудь, может быть, клюнет. Сейчас поставим дипового орбита 80-го в натурале. Универсальный воблер. Работает по всей рыбе. Даже ловил на его на Черном море. Тоже хорошо работает. Был пойман горбыль 1,5 килограмма. Ставрида грамм на 500, наверное. Я такой не ловил. Я думал, это скумбрия. И скорпина тоже крупная была поймана. И два таких воблера кто-то оторвал просто.
три проводки, ни одного контакта. Меняем воблер. Ставим диповый Strike Pro Inquisitor. Начинаем с теневого берега. Отлично. Меняем инквизитора. Поставлю инквизитора в кислоте с меньшей лопатой. Ну и все то же самое. Три проводки. Разловлен по окуню, судаку, хорошо работает. Начнем с мели. Меняем на Курада дипового 60F Касадака в натурале. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Меняем Курада. Касадака Курада хороший. Что мы поставим? Поставим каблист от Pantone 21. 70 SR. Тоже воблерок хороший, судак, щука, окунь, голавль, жерик разловлен по всем. Ловит как днем, так и ночью. Ветер боковой. Поменял направление, то дул в спину, теперь в бок восточный, то был северо-восточный,
перевосточный. Каблисто летит хорошо, струю держит хорошо. Хорошо твичится, хорошо на равномерке работает. Сейчас попробуем равномерочку. Будет что включусь. На каблисту поклевок не состоялось. Ставим диповый Косодак Айон. Закос под орбит, ой, под этот, господи, вылетело из башки. Ну, напомните мне, под Риджа 70-го. В отличие от Риджа, стоит в 3 раза дешевле. И шар не залипает. Ребят, поменял место дислокации, поставил клатч, тут такая обраточка крутится, попробуем здесь что-нибудь поймать. Постоим, покидаем. Там возле берега лупит, сейчас попробую туда кинуть. Если он еще не ушел оттуда, конечно. Отличное попадание. Мелко. Вот он здесь. Здесь он. Не хочет показывать.